Давай, флешмоб, флешмоб, отрепетируйте. Так, девочки, мальчики, помним движение, да? Влево, вправо, вверх, вниз. На Гатчинском районе Ульяновской области. На
Настоящее открытие хоккейного сезона. Команда районного отдела образования. Чемпионы районных соревнований по хоккею среди организаций и предприятий Дрожжановского муниципального района. Команда районных электрических сетей. Победители районных соревнований по хоккею среди промышленных предприятий Дрожжановского муниципального района. Команда детско-юношеской спортивной школы. Победители и призеры районных соревнований по хоккею среди организаций и предприятий Дрожжановского муниципального района. Команда совета исполнительного комитета района «Дуслэк». Призеры районных соревнований по хоккею среди организаций и предприятий Дрожжановского муниципального района. Команда Дрожжановского филиала «Старт-Автодор». Призеры районных соревнований по хоккею среди организаций и предприятий Дрожжановского муниципального района. Для обещанного приветствия на ледовом арену «Алтон-Бас» приглашаются. Депутат Государственного Совета Республики Татарстан Ягудин Шакир Шахмедович. На нашей любимой ледовой арене, друзья, и покажут вам сегодня мастерство игры. Дорогие друзья, уважаемые зрители и болельщики, давайте дружно аплодисменты зазвучат сейчас на нашей арене. Буквально считанные минуты остаются до старта церемонии. Директору детско-юношеской спортивной школы Евгению Викторовичу Петрушкину.
видеоконференция с Дрожжановского муниципального района завершается. Хочу сказать, что Ледовая арена, она не была построена за один год. Работа началась еще 3 года назад. И начал ее Шадриков Александр Валерьевич вместе с нашим депутатом Государственной Думы Гильмудиновым Эльдаром Юрьевичем. И поэтому им особые слова благодарности. Давайте им за это похлопаем. Сегодня, 7 месяцев была построена Ледовая арена. Это стало украшением нашего села, и особые слова благодарности также мы выражаем строительной компании «Алтыгрупп» во главе Динара Альбертовича. Его команда буквально вот за считанные месяцы нам подарила такой стадион. Им тоже особые слова благодарности, и также мы бурными овациями скажем им спасибо. Удачи вам, крепкого здоровья. Пусть наш район еще будет славиться своими чемпионами. С праздником вас! Спасибо, Марат Геннадьевич. Вот у вас будет награда. На многолетний доступ простой труд и большой вклад в развитие инфраструктуры Дрожжановского муниципального района. Почетные грамоты начали Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан награждаются. Шигапов Анас Лизанович, инженер по организации производственного процесса общества «Алтыгрупп», город Казань. Заключительную работу в строительстве нового объекта на территории муниципального района от крупного катка сверхового навеса с элементарой Дрожжаной, почетной грамотой главы Дрожжановского муниципального района награждают Юлия Рустам Рашкович, руководитель общества с ограниченной ответственностью «Алтыгрупп». Депутаты Государственной Думы Российской Федерации награждаются Шигапов Анас Лизанович,
инженер по организации производственного процесса общества «Алтайгруз». Слово депутату Государственного совета Республики Татарстан Ягудину Шакир Шакировичу. Поздравляю вас от души с открытием этого огромного, очень важного для всех вас и нас спортивного сооружения. Десятки, сотни ребят будут закалять здесь свой характер. А мы знаем, в здоровом теле здоровый дух. И учитывая Коржиновскую достоинство, упорство, целеустремленность, будем надеяться на то, что вы прославите своими победами в стенах этого спортивного сооружения и за его пределами не только Коржиновский район, но и нашу республику, Татарстан, надеюсь, и Российскую Федерацию в целом. Мировой масштаб. Ответное слово предоставляется юному игроку хоккейной команды сборной Ржановского района Илье Ильину.
Многократная бронзовая призера чемпионата России, победитель международных соревнований, призер этапа Кубка России, третий призер Кубка России, команда Федерального спорта «Идея». Пошел настоящий момент. Вы все сделали то,
Поднимай! Да, блядь, 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 да, блядь